Hello, друзья, с вами StealthPro, и сегодня я покажу мод на новых криперов для Майнкрафта Bucket Edition. Что ж, этот мод нам добавляет настоящих новых криперов, которые вы можете резать в режиме выживания или заспавнить с помощью креатива. Ну что ж, погнали, первый у нас идет такой огненный крипер, выглядит у нас так. Дальше идет обычный водяной крипер, да, он тоже выглядит так. Это у нас магмовый крипер. Да, он испускает такие частицы. Это у нас грязный крипер. Да, и в прямом смысле грязный. Световой крипер. Привет, крипер. Ледяной. А вот у нас световой. А там был маленько другой, я перепутал, извините. Это у нас зеленый крипер. Крипер. Это у нас получается теневой или ночной крипер. Можно его назвать так. Вот, это у нас кексовый. Печеньковый крипер. Это у нас вот как раз кексовый крипер. Вот такой, привет, крипер. Ты очень прикольный. Наверное, вкусный. И это у нас дневной крипер. Да, выглядит он так. Что ж, теперь пошла очередь их взрывать. Что ж, первый у нас будет, как всегда. А первый у нас будет вот такой огненный крипер. И догадаться будет несложно, что будет после его взрыва. А после своего взрыва он оставляет очень много огня. Дальше у нас идет магмовый крипер. Давайте посмотрим, что он будет делать. А он спавнит нам такую лаву, которая сейчас убьет всех наших криперов. Ну, давайте-то погнали с конца. С конца. И у нас идет вот такой кексовый крипер. Давайте посмотрим, что будет. А после своей смерти он оставляет нам свечки. Ты куда побежал, дружок? Сейчас твоя очередь наступит. Стой. И когда он умирает, с него выпадает вот такая радостная печенька. И урон он вам не нанесет. Что ж. Это у нас обычный крипер, оставляет такую квадратную ямку. И давайте спробуем теневого крипера. И что же он нам делает? А он нам спавнит ночь. Да, вот такой теневой крипер. Это у нас дневной крипер. И он спавнит нам логический день. Да, вот такой у нас день стал. Да-да-да-да. И, к сожалению, эта лава нам убила половину наших криперов. Ну что ж, также есть водяной крипер. Нетрудно гадать, что он делает. А он нам спавнит, наверное, вы уже догадались, что спавнит. Но сейчас вы все увидите. Если мы поджигаем его, и когда он взрывается, он после своей смерти спавнит нам вот такую водичку. Да, очень много водички, и водичка смешалась с этой лавой. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.